мы с Кириллом сегодня на паровое шоу, 58-е по счету, 2 года его здесь не было. Добрались 40 минут, здесь выставка паровых машин. Забыла сказать, что находимся мы в Стратбале. Приехали сюда вдвоем с Кириллом, потому что наш папа сегодня работает. Дети старшие ехать не захотели, но мы ждем друзей. Они вот-вот должны подъехать. Показывают, как паровой двигатель устроен у этого паровозика маленького. Погода обещает быть замечательной. Все машины выстроились в ряд. Очень красиво. Но мы потом здесь посмотрим поближе ведь все. А пока Кирилл ждет своего мороженого, встал в очередь. Ой, там танцуют. Пока он там в очереди стоит. Здесь еще и музыка будет, оказывается. Так, все, иду к Кириллу. Он очередь занял. Потерял меня. Смотрю, ищет карусели, аттракционы. Потерял меня? Потерял меня? Там танцы еще, Кирилл, и музыка. Да, давай, посмотри. Хочет Кирилл мороженое выбрать. Бери, что хочешь, только не испачкайся. Кирилл берет себе щербет. Мы пойдем... Ох, какой красивый! Дойдем до машины и оставим куртки, которые мы взяли, кофты, потому что стало довольно тепло. И салфетки надо взять из машины, да? Есть. Мотоцикл 1927 года. Все, что от него осталось. Маленькая выставка старых автомобилей. Какого года, интересно, эта машина? Это 24-го года машина. 24-го года машина, Кирилл.
Очень большая выставка тракторов, старых и современных. Пожалуй, самая большая, что я видела здесь в Ирландии, на таких фестивалях. Таких фестивалей в августе месяце проводится очень много. Каждый каунти проводит свой фестиваль. Мне очень нравится фестиваль в Скерис, там, где мельницы. Какой-то год даже Кирилла пропечатали там в газетах. Этот фестиваль посвящен празднику сбора урожая. В августе месяце в Ирландии наступает календарная осень. Время сбора урожая. Это фонарь, Кирилл, не зеркало. Трактор 1953 года. А следующий какого года? Это, мне кажется, уже постарше, помладше. Трактор. Тоже 54 года. Тоже рядом с этим. Да, немножко помладше. Этот 64-й уже год трактор. Давай найдем самый старый. А самые старые на входе, мы их уже видели. Какого там года, интересно, самый старый трактор? Они по возрасту, Кирилл, все. Видишь, они от входа по правой стороне все по возрасту. Вот, 66-го года трактор. Дождались мы друзей. Сейчас пойдем к модели железной дороги. О! Come ahead, folks, we're still waiting. Thank you very much indeed. Mr. President, ladies and gentlemen. Owned by Noel Glynn, there from Ballon. Christina's the name of the engine. And you can see her there, she's in lovely condition. Thank you very much indeed for bringing her along.
1915 года паровая машина. Here we have one now, folks. Invincible. It's 1917, the year of this one. Паровая машина 1917 года. Все работает, все на ходу. Паровая машина 1907 года. Красивая. Also owned by the Lynn family there from Ballon. And it's IC, it's Carlo registered this time. This one, ladies and gentlemen, is a rather unusual one. She's imported from Patagonia. And she is a 1917 McLaren, and it is a 5 horsepower, 5 nominal horsepower, as you can see there, NHP, that is nominal horsepower, which means that the it's the steam, of the... Паровая машина 1926 года. They went on to build tractors afterwards. You can see the examples of the Marshall tractors here in the arena as well. But this one is a 1914, owned by Mr. Thomas Herrick, up there from the North of Ireland. Thank you very much indeed for bringing her down. Какого года прослушала я? 14-го. 14-го, парти. 14-го года.1897 года. Милли называется трактор. Имя у него есть. Здесь у каждого трактора имя. Год. Here we have, ladies and gentlemen, this Fowler roller owned by the younger members of the steam fraternity, as we call it. It was kids of Horsham in England, they were contractors. It's now owned by the Sinnott brothers, all the way down there from Enniscorthy. Thank you very much, lads. They're nice to see these young men coming along and getting interested in the steam. is the year, and they did have convertibles even in those years, folks. 1907 год. It is a factory made. A lot of them were done by different contractors around, but this one was done in the factory, and it can be converted into a roller. На протяжении всего времени им владеет одна семья. And they are still the owners of that engine today. Да, они отремонтировали и вот находятся за рулем. A little 4-inch burrow, which is 1/3 of the big ones. It is the 4-inch one, and Billy is the one there, the one that has that. A
very nice foster behind that with the trailer. And the мальчишки-близнецы, смотрите на тракторах, мальчишки-близнецы сидят. Чумазые, да? He knows his own name anyway. It's from the Kelly family there, folks, back down there in Kyle-Learn and Cody. One of the younger members, ladies and gentlemen, Mr. Charlie Glynn there from Palatine, driving there. He's got a lovely 4-inch burl. A lovely 4-inch burl there, folks. And Charlie there is the man that's on the, at the wheel and the owner of it. Thank you very much indeed. Выставка машин. Мне кажется, на этот праздник собрали автомобили старые со всей Ирландии очень много. Астин. И такие машинки перевозят в специальных фургонах. Вот. Не знаю, на ходу они или нет, или их так берегут. Сундучок. Сзади багажник такой, Кирилл. Там машина завелась. Дети проголодались. Немножко отдохнем и дальше. Народу очень много здесь. Дети где-то там на этой башне стоят в очереди. С горки поедут на ковриках плетеных. Я смотрю, что здесь можно было в кемпинге остаться на ночь. Палатки стоят. И аттракционов много здесь. На следующий год мы снова сюда приедем обязательно.
and she put me down, knocked out of my hair. Came in late at night, in the morning I'd stay here. Oh, Connie, you look so bad. Мальчишки немного расстроены, что не удалось нам прокатиться на вертолете. Все уже занято, мест нет, везде доступно по одному, по двум, по два места. Можно было за 160 евро двум семьям сесть на вертолет и пролететь над всем этим полем, где фестиваль проходит. Веспа? Шлем? You heard me talk about the Nuffield. It's XXL again, part of Farmer Day, actually joined up a country with Pitt. Спустя почти 6 часов мы все-таки вышли к рынку, который здесь же на празднике. Обувь чистить. Это обувь чистить, Кирилл. Я бы такую даже купила на вход себе, но мне не донести. Праздник шикарный, нам очень понравился. На следующий год приедем сюда однозначно. Может быть, даже еще и завтра приедем, потому что он 2 дня. Ехать только 40 минут сюда. В лицо только не прыскайте, ладно? Только на одежду.